Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Хочется сделать по-быстрому голубцы. Есть у меня такая необычная капуста, шпицколь. Она остроконечная, считается, что она более сладкая, более нежная, и лучше ее использовать для голубцов. Поэтому буду сегодня голубцы из этой диковинной капусты. Я долго не знала во Франции, какую найти капусту, с которой сделать салат. Обычно в Одессе в начале лета делается салат с молодой капустой. Но теперь я знаю, какая капуста для этого салата подойдет. Но сегодня я хочу сделать голубцы. Я взяла фарш. Можно просто мелко изрубить мясо. Там закрыто, я думаю, что это биф, говядина, потому что стейк каше обычно делается из говядины. Итак, немного остаток риса у меня, лук, чеснок, морковка, томатная паста. Будут у меня голубцы в томатной пасте. Еще есть сметана, все это протушится. Сейчас делаю зажарку классическую из лука и морковки, чеснока. А также слышно, у меня кипит вода. Я все-таки проварю эти листья на всякий случай, чтобы они были точно мягкие и удобные для того, чтобы завернуть голубцы. Ну, я думаю, их просто будет легче тушить меньше по времени, поэтому я думаю, что голубцы будут более быстрые. Аккуратно снимаю листики и отправляю в воду провариться их. Голубцов будет немного. Тут мясо всего 100 грамм, чуть-чуть. Немного риса и зажарки. Процесс идет. Беру немного, тут свежие стоят, и оставляю капусту. Я хочу еще сделать борщ, и также она пойдет у меня на салат молодой. Вернее, на салат с капустой, которая обычно делается с молодой, но так как тут вообще во Франции такую молодую капусту нельзя найти, как на рынках Одессы. Поэтому можно взять вот эту капусту, так как она считается более нежной, более сладкой. Это летний вариант капусты. Капуста готова. 5 минут на зажарку. Собираю быстренько голубцы и начинаю их тушить. Лук, морковка, чеснок. Часть я возьму для голубцов, часть я оставлю внутри сковороды. Добавлю немного муки, сметаны, томатного соуса. И буду внутрь выкладывать голубцы и тушить. Овощи уже мягкие. Рис, фарш и добавляю сюда зажарку. Классические специи, соль, перец. Экспресс голубцы. Добавляю немного муки. Часть зажарки сняла к фаршу. Сметана. Можно долить воды, бульон, а еще есть кипяток, который остался, когда я капусту проваривала. И делаем 2 минуты соус. Томатная паста. Соус солим, перчим по вкусу и складываем внутрь наши голубцы. Фарш с начинкой, вернее, фарш с луком и с зажаркой вкладываем внутрь капусты. Заворачиваем и ставим тушиться. Маленький, кто хочет, делает побольше. У меня пол листика. Есть чуть побольше, есть чуть поменьше. Укладываем голубцы. Если их много, желательно, чтобы притык, хорошо прижимались. Проблема маленьких голубцов. Рис может выходить по бокам, потому что маленький листик плохо закручивается, нежели большой. Добавляем бульона воды, чтобы покрывало, и тушим. По желанию, если много капусты, на низ и сверху укладываются листья капустные. Еще дымятся. Видно, пар идет. Стушила за полчаса. Некоторые так хорошо даже поджарились. Видно сбоку сыр, рис. Немного остатки укропа. И вот такие мои голубчики. Мама тушила всегда без сметаны, без муки. Просто с зажаркой и томатом. Но я сделала так, как типа... делают фаршированный перец. Чтобы было видно, я разрезала. Рис сварился, мясико тоже. Вот такие мои голубчики, экспресс-голубчики. Мама обычно рубила мясо, свинину, складывала их в казанчик, заливала простой водой. Может быть, там зажарка была, томат, но так не делала, как я сделала. Ну, тоже ничего. Такой мой столик, такой мой ужин. Экспресс-голубцы из остроконечной капусты. Капуста осталась, еще буду делать борщ. Салат буду делать по-одесски. Все, наверное, сниму еще. Ну, а я приступлю к своему ужину, пока он горячий. Только с печи, как говорят. Только с плиты сняла. И до новых встреч на моем канале.